я как бы представляю, получается, сегодня Союз литераторов России. Вот, мне по такому счастливому стечению обстоятельств довелось это лето провести здесь, в Верие. И, соответственно, у меня родилось стихотворение, прям посвященное Верие. «На склонах Верии. На берегу Протвы есть град золотой, увенчанный крестами. От дум пустых прибежищ суеты он защищен семью веретеями. В нем церкви, как константы ориентиры, заблудшим духом служат маяком, а площади редские ориентиры полемики скрепляют бурелом. Там веет старины уездным чародейством под генеральской саблею полка и обдает извилистым соседством долин ключей за синью василька». Это вот чисто посвящение Верии.